сегодня попробуем выяснить, что такое новогодний чёс по-хабаровски. У нас в гостях акустический дуэт О2, Вероника Давыдова и Константин Лоскутов. Ребят, привет! 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 Человек, который не может жить без гитары, она бросла в него. Слушайте, ну смотрите, в начале программы я говорил о том, что вообще что такое новогодний чёс, да, говорим, что это череда каких-то выступлений, необъяснимая вообще, что Шнуров выступает за 200 тысяч евро, Басков за 50, вы где-то в этом же, да, районе примерно берете. Чуть больше. Чуть больше, чем... Ну, некоторые. А, вообще, волна корпоративов. Декабрь как, удался? Можете уже какие-то итоги подвести? Ну, удался. Сколько удался. Выступлений было? Ну, много. Мы даже во Владивосток успели. Сложно посчитать, да. Мы даже во Владивостоке дважды сыграли. Вот, вот пятницу и в субботу. То есть вот буквально выходные, да, там приехали сюда? Да, то есть вот просто выходные мы играли во Владивостоке. Как вообще не даете себе отчета, сколько вы отработали? Ну, просто туда-сюда. 100-200 концертов, сколько? Миллион. Миллион концертов? Нет, не миллион концертов, ну просто реально сложно посчитать. Ну, каждый, сколько в день, допустим? Да было и по 3 в день. В день было 3, да. В день было 3. Да. То есть было перед отъездом во Владивосток, мы вот буквально за час до поезда отыграли концерт и поехали на вокзал. У нас был корпоратив прямо перед поездом во Владивосток. Да. По сравнению с, может быть, прошлым годом, чувствуете по себе, что там кризис как-то все равно, ну, много заказывает, но меньше, чем раньше? Или нет? Нет, не чувствую. Мне кажется, с каждым годом развитие проекта происходит все больше. Мы больше понимаем, что нужно делать, как нужно делать. Понимаем, там, к какому стандарту качества мы хотим прийти. И, соответственно, мы как бы и предоставляем качество, да, и идем как бы просто выше. Вот и все. И поэтому спрос стабилен. Мы начинаем работать там с какими-то новыми компаниями, то есть, мы открываем новые горизонты. Ну, то есть нет такого, что приходится, допустим, скидывать где-то по цене. Басков 10 тысяч евро говорят, скидывай. Сейчас за 40 работает. Такие вопросы вообще нас ради этого позвали. Ты еще потом сыграешь на гитаре, подожди. Не расстраивайся раньше времени. Не, мне просто действительно интересно, сколько это... Потому что смотришь афиши, каждый день в каком-нибудь, не знаю, баре, ресторане, ну, заведении, концерт такой-то. Иногда просто себя спрашиваешь, господи, да сколько у нас музыкальных вообще коллективов? Много. И находится для всех ведь работа. Да. У нас просто очень много банков, у нас очень много страховых компаний, у нас безумно много... операторов связи и... Подожди, у нас в стране их 3, у тебя их безумно много. Но у них безумно много людей, и значит, можно праздновать не один день. Все понятно. Ну, то есть, в принципе, можно сказать, что декабрь удался. Декабрь качает. Кончается. Качает. Качает. Да, декабрь кончается и качает. Ну, давайте немножко прокачаем тогда музыкой. Давайте. Итак, от вас песней. С песней Ну давай сыграем этого. Ну давай уже Hold On. Давай Hold On и сыграем. Who you could.
аплодисменты от меня. Вы не слышите, режиссер говорят, в пляс пошла. А вы не слышите и не видите. Не видно. Нам, надеюсь, кто-нибудь снимет, мы потом посмотрим. Хорошо. Ну, кстати, насколько вообще знаком с творчеством вашего конкретно коллектива? У вас русские песни вообще есть? Творчества у нас нет. У вас нет творчества, во-первых. Есть ли в этом нет творчества и что-нибудь русское? Нет, мы не поем русских песен. Концепция коллектива изначально такая, что мы несем новый воздух, новый кислород, новое понимание вообще кавер-культуре, так сказать. Да больше нам нравится просто зарубежная музыка. Вот, нам просто нравятся классные современные песни, вот как Дрейк, например, вот этот Hold On. Классная, красивая песня, а ее никто не играет, и мы такие, ну, давай сыграем. Ну ладно, сыграем мы. Вот такой, собственно, подход. Бывает ли, Верник, такой, что ты... Костя где-то услышал песню, приходит, говорит: слушай, такая песня, давай ее играть. Конечно, ты слушаешь всегда, и говоришь: господи, да я не буду этого делать. Ну, на самом деле, у нас как-то вкусы совпадают чаще всего. Слушай, такая песня, но ты никогда не споешь ее. Жаль, мне нужно искать другую солистку. Такая ситуация. Хорошо. Кстати, ну, спрос действительно на выступление там, где не надо подпевать, вот конкретно ваш, да? Вряд ли вас заказывают филологи, англичане, чтобы... А давай-ка закажем, не знаю, как это по-английски, давай закажем коллектив, чтобы спеть еще. Слушай, я вспомнил классную историю. Мы играли на день рождения IQ Model Agency, и была куча моделей, наверное, их там было человек 40-50. Это был лучший день в твоей жизни. Нет. И мы играли вот треки, которые мы играем, и нам подпевали почти все песни. И вот это было на самом деле такое удивление вообще. До сих пор ты ходишь немножко под впечатлением от этого. Да как-то отошел уже. Хорошо. Есть действительно спрос, да? Слушают. Любят. Угу. А при этом бывает такое, что на каком-нибудь мероприятии, вот в частности, там новогодний корпоратив, день рождения чей-то, угу, подходит и говорит: ну, ребят, ну вот вам 120 рублей. 120 рублей. Это как раз на такси, кстати. 120 рублей. Во-первых, уезжайте отсюда, а во-вторых, перед этим спойте Лепса. Давай Лепса. Вот знаешь Лепса? Бывает такое? Ну, вообще, как-то вот на самом деле с нами такого не происходит. То есть, если, да ладно, он если, врёт. Нет, то есть если подходит, я просто тактично... Нет артистов, с которыми этого не происходит. Короче, давай ты просто продажные кабачницы пойду. Короче, суть в чем, что если люди подходят и говорят, я тактично объясняю, что мы не играем русского, и как бы, ну... Мы такой проект. Но они подходят. Они подходят, да. То есть все лояльно воспринимают. Это русский менталитет, это нормально. Они хотят услышать песню на своем языке, на своем празднике. Это абсолютно нормально. Вот, но это как бы не про нас история. То есть подходит вот этот мужчина, которому за 50, который в 90-е... Не обязательно мужчина. Ну, подожди, вот мужчина, которому за 50, он в 90-е выжил, это уже плюс. И подходит и говорит: Кузька, ну... И ты отказываешь, просто говоришь: извините, и понимают. То есть, на самом деле он не доходит, потому что смотрит на Веронику, короче. И ты говоришь: Вероника, беги и уводи его от себя. Об косяк от первой. Он просто такой: так, вот бы Лепса заказать. И завис такой просто. Отлично. Хорошо, слушайте, съездили вы во Владивосток. Ну все. Съездили вы во Владивосток. Вернулись. Это здорово. Как там публика? И то же самое ездили играть? Почему Владивосток? Там во Владивостоке нет групп, которые могут так же, как вы, или что? Или слава начала уже к морю вас вести? Что случилось? Вообще, очень интересный вопрос, конечно, и хочется на него ответить как-то. Интересно, но на самом деле... Ну, просто я уже второй год играю во Владивостокской группе, и уже есть определенные... Предатель. Нет, не предатель. Ладно. Есть определенные люди, есть какие-то связи, и ну, люди знают, что у меня есть проект здесь, в Хабаровске, и пригласили нас, собственно, себя показать. Вот, и мы себя показали. И было, кстати, очень интересно, что было в зале несколько человек, которые вообще знали, что вот есть такая группа О2, они знали наш репертуар, что мы вообще играем. Это те, кто ездит за вами, ваши фанаты, они ездят за вами? Ну, наверное, нет таких. Ну, короче, суть в чем, что девочка говорит и кричала прям в зале: а сыграйте еще вот эту песню, там, то есть, знаешь, ну, очень, это очень было необычно. И что-то еще хотел сказать. А, мы играли во Владивостоке несколько песен, которые мы очень редко играем в Хабаровске, ну, потому что они, как это сказать, не заходят, да, в КВН, это, говорят, не заходят. То есть, допустим,
мы играем Amy Van House, и говорят там что-то типа, ой, такая песня грустная. А вот во Владивостоке как бы люди стояли, это слушали. Ее не крутят по радио то постоянно. Есть, ну, все, вот наверное, поэтому... зависит от восприятия. Ну, то есть публика отличается, да? Публика, несомненно, отличается. Да. Вот по вашим ощущениям, где вам комфортнее, в Хабаровске или во Владивостоке? Я хочу сказать так, чтобы не было такого, типа, ой, вот, вот вам вот там, чтобы вот слово там. «предатель» не прозвучало второй раз в этой студии. Нет, я хочу сказать, что просто нужно вот делать что-то и показывать это, ну, всему миру, или ездить это и показывать в разных местах. То есть вот я за такую политику. Я не знаю, ну вот мне, например, во Владивостоке более волнительно. Ну, мы переживаем, потому что, что да, мы как бы тут... Новое место, другой город, другая публика, опять же, мы не часто ездим. Люди туда. Там такие более требовательные, что ли, да. Наверное, да, более требовательные. Слушайте, может быть, давайте музыкальная пауза. Можете сыграть что-нибудь из того, что играете исключительно во Владивостоке, что здесь вроде как не заходит, но сейчас наши телезрители будут обязаны просто это послушать. Значит, мы Вайнхаус поем. Вайнхаус. Это грустная песня. Так что собрались, не плачем. Downstairs, so I punched all the buzzers, hoping you would be there. And now my head's hurting. You say I always get my own way, but you were in the shower when I got there, and I don't wanna to stay. But I got nothing to say. You're so beautiful. But then I heard what you say. Man, that was ugly. The Montino bra you bought me last Christmas. Put it in a box, put it in a box. Frank's in there and I don't care. Put it in a box, put it in a box. Just take it. Take the box. Ну, аплодисменты от меня, а режиссер сейчас плачет. Слушайте, то есть вот такое не для нашего города. Ну, просто это не очень популярная музыка. И просто музыка. Это не весело. Да, а у нас это... мы должны куражить, нам эгегей подавай. Люди любят то, что они слышат по радио постоянно, то, что они знают. Люди любят у нас подпевать. Такие душевные. Почему тогда вот два все-таки? Кроме Айки Моделс, кто еще бы подпевал хоть раз? А бывает такое, что... Бывает, что подпевают на самом деле. Да. Смотрите, ну а сама новогодняя ночь, с 31 на 1, когда все дома готовят оливье, вот, жгут бенгальские огни над селедкой под шубой, чтобы магний падал туда, хрустел на зубах. Где вы в этот момент будете? Мы будем в одном из ночных заведений, собственно, играть. Работать мы будем. Ну вот, работать вы будете. Как? Почему? Отработал и, собственно, и оливьешечку потом поел. Там приносят в этот день. Ну, мне кажется, знаешь, так приятней. Ты такой в 12 желание загадываешь, а тут ты желание загадываешь в 12, пока играешь, и там уже минут 30-40 прошло, ты уже все, домой на такси поехал. И у тебя уже есть на что это желание осуществить. Ну, то есть, кстати, новогодняя ночь. Без конкретных цифр, но насколько сама новогодняя ночь дороже вот остальных, не знаю, вечеров? Ну, в разах, вот скажите мне. Ну, скажи, Костя. Давай скажем, во много. Во много, действительно, во мы много. Мы любим интригу, по интриге у нас все. Понятно. Не просто так ты сейчас представился не своим именем. Хорошо. Ладно, ну то есть действительно дороже. Есть смысл в этом и материальный. Но нет такого, что, ну, не знаю, родные, близкие говорят, ну хватит уже, ну давай хотя бы этот Новый год, ну с нами нет. Ты проведи. Ну меня... просто... Ну у меня я родные, говорю. Ну и говори, ты все время говоришь. У меня всегда родители, они знают, что я где-то буду играть, и я просто после работы приезжаю сразу к ним, и мы как бы семейный праздник. То есть это нормально. Они у меня тоже были музыкантами в свое время и тоже Новый год встречали на работе. Угу. Вероника, всё? Костя, ты говорил, а что, ты... тебе можно говорить уже? Ну, у меня просто артисты в семье.
У меня мама артистка, соответственно, много друзей артистов, поэтому они все где-то работают, и абсолютно нормально к этому относятся. То есть относятся. Вы в новогоднюю ночь просто проветриваете квартиру? Оливье с собой просто. Пока никого нет. И грязную посуду не собираем. Ну, хорошо, но это вот пока вот так, ну... Ну, у самих не было никогда желания просто побыть людьми в этот день? Ну, на самом деле, я обычно людь в этот день. То есть это вот сейчас, да? Да. Скорее исключение. Последние несколько лет я вот работаю в новогоднюю ночь, и мне вообще, между прочим, нравится. Мне нравится, это весело. Ну, просто вот 2-й год поет, поэтому... Просто с таким-то гитаристом, конечно, как может не нравится. Началось. Слушайте, ну хорошо, подумайте, что я меркантильный, но мне действительно это интересно. Декабрь. Правда ли, что можно отработать декабрь и потом просто на 3 месяца вот уехать в Таиланд и ничего не делать? Я думаю, что можно при большом желании. Можно пол декабря отыграть и уехать в Таиланд. Все зависит от того, есть ли у тебя деньги на Таиланд. И какой курс, потому что мало ли, путевки стали дешевле. Я пытался пошутить, но не получилось, как всегда. Нет, серьезно, действительно, ну, декабрь, вот он прям вот кормит. Ну, да. На самом деле, я могу так сказать, как бы честно, все зависит от того, насколько ты сам коммуникабельный, насколько ты суетишься, ищешь работу и умеешь договариваться с арт-директорами. То есть работы может быть безумно много, хоть в марте, хоть в мае, хоть, не знаю, там, какой еще есть месяц, хоть в Юпитер. Ты полный перечень. Хоть в каком-нибудь, там, не знаю, феврале. Вот, то есть все зависит именно от команды, от ее качества, от того, от ее коммуникабельности, от общения, собственно, с людьми, которые работу ей предоставляют. То есть, ну, декабрь не панацея, я бы так хотел сказать. То есть работа есть всегда в этом городе? Так что не больше, чтобы ноги вашей во Владивостоке не было. Ребят, в принципе, время наше, к сожалению, подходит. Весело с вами, хорошо, душевно. Напоследок хотелось бы услышать от вас какую-нибудь композицию, которая олицетворяет, может быть, собой год уходящий. И что это будет за песня, расскажите. Есть у нас такое табу, не табу. Вот. Не играть какие-то старые песни. И единственное исключение мы сделали ради одной вечеринки. Мы сделали «Билли Джин» Майкла Джексона, и что-то как-то это так здорово получилось, что мы теперь не можем ее не играть. И люди, которые вот особенно не понимают, что мы играем там «Викенд», там что-нибудь «Бейонс», да, они услышат Майкла Джексона и такие: «О, хороший проект!» Да. More like a beauty queen from a movie scene. I said, "Oh my, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor and run." She said, "I am the one who will dance on the floor and run." Hey, she told me her name is Jean, and she caused a sin. Done every hair turn with eyes a dream of being the one who will dance on the floor and run. People always told me, be careful what you do, and don't go around breaking young girls' heart. This happened much too soon. She called me to her room. Hey, her Billie Jean is not my love. She's just a girl who claims that I am the one, but the kid is not my son. She said I am the one, but the kid is not my son. Аплодисменты. Сейчас не знаю, что делать наш режиссер.
Ну, что-то обязательно делать, что-то очень веселое. Лунную походку. Возможно, кстати, действительно, она сейчас. Надеюсь, кто-нибудь это снимает. Ребят, спасибо вам большое, что пришли, нашли время в своем графике. Знаю, что сейчас после нашего интервью уже куда-то ездите чекаться. Да. Хорошее вам сегодня выступление. Всегда. Спасибо. Дальше, дальше, дальше. В Хабаровске исключительно. Ну, может быть, конечно, покорить потом столицу, но во Владик не ногой. А, друзья, напомню, сегодня у нас в гостях были Вероника Давыдова и Константин Лоскутов. Акустический дуэт О2. С наступающим, ребята. Это был прекрасный предновогодний аккорд программы «Настоящее время». Вот он, прекрасный, вот, прекрасный предновогодний аккорд. Все. «Настоящее время» смотрели вы. Все, пока. С наступающим. И вас. И вас.